Токарь, вылезай из этой бетонной мешалки, ты где там? Все, токарь вылез тоже. Это, по-моему, средний вес или тяжелый же, Саня? Тяжелый, нет? Токарь Павел, это представитель экологического фонда имени Вернадского. Занимался боксом когда-то. Поприветствуем его. И Шипулин Иван. Судомеханик. Решил проверить свои способности на стрелке. Тоже приветствуем нашего участника. Надеемся на том, что у нас здесь все джентльмены. Да, бояться не бей, ладно? Надеемся. Коленом закрывай. Они ему еще пригодятся. Спортсмен готов? Готов? На середину. Давай, судомеханик! Бой! Ну, шиповый парень тоже грязь работает, конечно. Сразу по екам! Еще туда же! Стреляй! Судомеханик, бери за ноги, вали, все, вперед на него, накатил, ножки вытащил, накати вперед. Накати, сбоку, на правый бок, ляг, на правый бок, на него, судомеханик, на правый бок, где у тебя правый бок, вспомни, дружище. Давай, корпус голова. Крюков и Овсяников готовятся к выступлению. Корпус голова левой рукой, судомеханик, давай. Потом будет гангрен. Верхний. Вытаскивай локти. Пошел, корпус голова, давай. Да вытащи эту руку, голову вытащи, судомеханик. Нет там ничего. Вытащи голову. Вытащи. Судья, поднимай. Активнее работаем. Активнее. Да можешь поднимать, где все это. Стоп. Давайте поаплодируем, ребята, хорошо работали. Бой! Простые, здоровые, дикие бетоны. Удовлекали! Ноги! Ты сбоку, вправо забегай. Нет там ничего. Левую руку взял, да локти бери. Эколог, руки бери. Эколог, ко мне на тренировочку приходи, научимся, все нормально. Просмена на середину. Клуб Fight Pro. В этом поединке победу одержал Шипулин Иван. Судомеханик. Готовится следующая пара.